Это день великого покаяния, как у всех христиан. Вот, день, когда мы должны склонить голову, понять о том, что мир, о том, что любовь на этой земле – это великие ценности, о том, что наша вера спасала во все времена нас, людей, кто был в этой вере. И поэтому на сегодняшний день мы должны склонить и колено, и голову, и душеньку свою пред Господом, покаявшись во всех грехах наших, во всех наших неправедных делах, вот, дабы очистить душу и, самое главное, дабы спасти душу пред Господом. То, что сегодня происходит, это очень важное событие, которое происходит и в Севастополе, и в Украине. Это идет один из продолжающихся этапов войны, борьбы и войны, правильно сказать, с христианством, которая ведется на протяжении вот этих последних тысячи лет, как возникло христианство. Вот эта война, она выразилась сегодня вот в таких интересных формах, как некая государственность, некое разделение, некое славян. Вот выразилось это все вот в таких организационных формах. А на самом деле суть происходящих явлений – это не борьба некоторых структур, как мы говорим, государственных образований за единую целостную Украину. Там за Россию, тут за Белоруссию, там за Молдову и так далее. Нет, речь идет о том, что через вот эти механизмы государственности нас, славян, пребывающих в единой вере православной, разрывают. Прощенное воскресенье для всех православных – это особый день, начало Великого Поста завтра. Великий Пост – это время молитвенного покаяния, очищения, приближения к Богу. Для того, чтобы это было сделать, я так думаю, поэтому и установлена такая вот хорошая православная традиция попросить прощения у ближнего. Я думаю, что это вот та маленькая заповедь, которую мы можем исполнить о любви к ближнему. И, конечно, найти в себе силы попросить даже прощения у тех, с кем ты поссорился. Мы все чувствуем, что в это непростое время город под покровом Божьей Матери. Просто настроение людей такое, то есть вот то, что мы видим на улицах, да, во-первых, произошло Божье чудо. Наш город, который был достаточно инертным, вдруг всколыхнулся, и на улицах просто... У меня ощущение, что как весна 45-го года, люди скоро начнут обнимать друг друга и плакать от радости. Может быть, Господь услышал наши молитвы, и мы идем домой?